среду в Самарской области пасмурно, пройдет снег, днем минус 7, минус 11 градусов, ночью 7-9, ниже 0, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, продолжительный снег, светлое время суток минус 6, в темное минус 7 градусов, юго-восточный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде снега, днем минус 8 и ночью 8 ниже 0, юго-восточный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно и снег, днем минус 9 градусов и ночью 9 с минусом, юго-восточный ветер, скорость 3 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.